Еще одна трагедия произошла в США. В штате Кентукки 9 американских военных погибли после столкновения вертолетов. Сообщается, что инцидент произошел во время учений. По данным властей, один из винтокрылых аппаратов рухнул на здание, второй разбился в поле. На место крушения незамедлительно прибыли команды спасателей. Несмотря на потери, нам повезло, что им удалось совершить посадку в открытом поле. Иначе жертв могло бы быть гораздо больше. Мы все будем поддерживать их семьи, будем рядом годами. Это тяжелый день для армии.